названии предприятия «Казань-Оргсинтез» «Казань» не просто юридический адрес, место расположения крупнейшего нефтехимического комбината России. Казань – родина, любимый родной город для тысяч заводчан. Казань – красивейшая и благоустроенная столица, в том числе благодаря вкладу таких предприятий, как «Казань-Оргсинтез». В эту пятницу мэр Казани Ильсур Медшин приехал на встречу с заводчанами в приподнятом настроении. Столица в общем и целом справилась с разгулом стихии, и казанцы, работники предприятия, поблагодарили мэрию за ударный труд. Ильсур Медшин, в свою очередь, коротко доложил об итогах работы за год. Почти по всем показателям Казань демонстрирует хорошие темпы развития. Столица Татарстана – один из лидеров в стране по демографии. Занимает первое место среди городов-миллионников России по числу построенных социальных объектов. Детских садов, школ, поликлиник, спортивных сооружений. Огромные вложения город делает в развитие общественных пространств, культурные и экологические проекты. И здесь вклад «Казань-Оргсинтеза», входящего в группу компаний «ТАИФ», конечно же, неоценим. На карте промпредприятий Казани «Оргсинтез» занимает особое место. Во-первых, как бюджетообразующее предприятие. Во-вторых, как компания «Эко-лидер», которая проводит серьезнейшую работу по модернизации очистных сооружений. В-третьих, при поддержке группы компаний «ТАИФ» в городе реализован целый ряд важных для всех казанцев проектов. Отдельная тема – возрождение озер Лебяжье, любимого места отдыха всех казанцев и гостей столицы. Работа проделана колоссальная. Инвестором этого масштабного проекта выступил «Казань-Оргсинтез» группы компаний «ТАИФ». В настоящее время оба озера фактически восстановлены заново. Вычищены, углублены до 4 метров, значительно расширена береговая зона. Группа компаний «ТАИФ» в лице нашего главного акционера и в лице нашего государства, тоже как акционеры «Казань-Оргсинтеза», приняли решение о том, что это озеро необходимо. Здесь сейчас уже основа есть для того, чтобы можно было в дальнейшем думать и решать, что можно, как можно все украсить. И как, я думаю, что там будет интересно достаточно, хорошо. Озеро, главное будет озеро. Это серьезный экологический проект, которого в масштабах России пока не делали. На 4 метра было углубление, была специальная обустроена изоляционно-дренажная система, наполнена водой на сегодняшний день. И после окончания всех работ береговая зона увеличилась озер с 8 гектар 8 раз до 36. Еще раз, уважаемые заводчане, уважаемый Альберт Кашапович, примите слова искренней благодарности за то доброе, что вы делаете для столицы. Спасибо вам большое. Возрождение озер Лебяжье – не только вклад «Оргсинтеза» и «ТАИФ» в развитие общественных пространств и мест отдыха казанцев. Это серьезный природосберегающий проект. Не зря «Казань-Оргсинтез» признанный в Татарстане эко-лидер среди промышленных предприятий. Заводчане на встрече с мэром поинтересовались и судьбой мусоросжигающего завода. Где он будет и когда? Вот эти разговоры все будет Берсин Хадай, чтобы это мы смогли сделать. Потому что иначе мы же с вами никуда не уедем. Мы хотим жить в Казани. Наши дети, внуки, правнуки. В России 300 городов с населением свыше 100 тысяч. У всех 300 городов это проблема. И вот я вам так скажу. Если случится мусоропереваривающий завод в Казани, из всего, что я за свои 12 лет сделал, вот я скажу, меня спросят потом, что ты сделал доброго и хорошего для Казани. Номер один я назову мусоросжигающий завод, если я смогу это сделать. Вот мой ответ. Между тем, вопросов у работников предприятия к мэру столицы накопилось немало. Волнуют насущные темы. Когда в микрорайоне Салават-Купере начнет ходить общественный транспорт? И появится ли там многофункциональный центр? Мы запланировали уширение дороги дублера, и после этого мы можем дополнительное количество автобусов поставить и начать решать этот вопрос уже летом. Сегодня «Казань-Оргсинтез» – один из ведущих химических комбинатов России, града- и бюджетообразующее предприятие Казани. Лидер по многим показателям в промышленном и социальном развитии. На заводе трудится около 9 тысяч человек, и все они получают высокую заработную плату, достойный социальный пакет и другие бонусы. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Казани и всестороннюю поддержку социально значимых проектов медалью наградили генерального директора группы компаний «ТАИФ»
Альберта Шагабутдинова. Очень многое делает в республике, еще больше в столице. И за плечами огромный путь, огромная дорога. Благодаря группе компаний «ТАИФ» на сегодняшний день это половина экономики республики. Все наши преобразования новой России, нового Татарстана, связанные в том числе с успехами нашей одной из главных компаний, это группа компаний «ТАИФ» «Казань-Оргсинтеза». Награды получили и работники завода. «Казань-Оргсинтез» в долгу также не остался. Исуру Медшину вручили и памятную медаль за сотрудничество.